насобирали с дочкой грецких орехов. Вот как вот он на срезе выглядит. Вот сутки пролежал срез, видно, как вот он потемнел. По запаху очень такой приятный, маслянистый, хвойный запах. И как вот пишут, чтобы не пропустить время сбора на варенье, должен прокалываться зубочисткой. Зубочистки нету, я взял палочку. Вот, я его проколол. Получается, он такой слегка упругий. Ну, сейчас будем вымачивать по рецепту в извести и т.д. и т.п. Дерево вроде молодое. В этом году немножко дало плодов. Где-то осталось, но рискованно ветки ломать. Лучше на варенье, чем град побьет. Потому что был град с крупную вишню. Вот как прям, как этот грецкий орех. Все позбивал в прошлом году. А вон она одна осталась. Наверху. Ёлки, а вот еще пропустил. Вот здесь еще собрали. Прям как бананы висят там. Вымачиваю грецкий орех, 200 штук здесь. По черному буду делать, только срезал боковинки, шкурку не снимал. Под проточной водой небольшая струйка. Вот идет строечка до самого дна, и вот так вот туда. Продолжаем тему варенья из грецких орехов. Сегодня 15 июля. Со 2 июля орехи вымачиваются под проточной водой. Вон видно, слабая струйка льется. Вот орехи грецкие. Они, правда, не черные. Вот. Такие бурые. Получается, если делать по черному рецепт, должно 10 дней вымачиваться, но здесь больше, чем 10 дней. Со 2 по 15. Вымачиваются здесь они. Видно, что вода такая. Сейчас я их промою. Вот. Вчера попросил ассистента, свою жену, чтобы она мне приготовила известковый раствор. Значит, как его приготавливают, как и все. 70 грамм на 1 литр. Здесь использовали где-то на 6 литров воды. Вот, на 6 литров воды. И на каждый литр 70 грамм, это 4200, да, грамма. Известь я использовал, гашеную известь. Вот она, значит, когда ее замешиваешь с водой, через 5 минут нужно осадок, который образовался, вот это молоко,
слить в другую посуду и на 12 часов отстаивать. Вот видно, что отстоялась вода. И вот верхний слой, этот мы будем использовать известковой воды, беленькой, для того, чтобы залить орехи полностью. Вот. И на 12 часов в этом известковой воде, вот в этой, вот, будет стоять, периодически буду помешивать. Вот. Хорошо. Ну вот видно, это бидон 10-литровый. Вот пол бидона, 6 литров. Смешные такие орехи, как лото, бочонки. Там, где вот срезаны, они черные, видно. Ну а так бурые. Вот, сейчас я их промою. И через ситечко и марлю. Вот. Вот этот известковую воду залью на 12 часов. Периодически буду помешивать. Грецкий орех. Слил воду. Вот. Все, теперь ждем 12 часов. Прошло 2 часа. Вот. Какой цвет. Периодически помешиваю, видно, что он темный, становится жидкость известковая, этот раствор. У меня блогер, у которого подсмотрел рецепт, успокоил, сказал, что это сорт орехов такой, с глянцевой кожурой. Вот. Ну, в общем, 12 часов, это где-то в 3 утра будет. Вот, поэтому где-то под утро я... О, видите, какой цвет интересный. Под утро я промою и под проточную воду поставлю, чтобы успеть в субботу все это промыть и отварить в квасцах, чтобы уже начинать потом варить в сахарном сиропе. Но это позже. Ну вот, слил раствор известковый и это где-то 6 часов назад промыл и на подпроточную воду. Еще 6 часов они будут находиться в проточной воде. А потом отварю в квасах. Вот они, видно, от перемешивания потемнели, а некоторые пурпурные стали. Когда сливал воду, была вода такая прям насыщенная, такая вишневого цвета. Вот, отварю в квасах и дальше продолжим процесс. Ну вот, промыл 12 часов. Пурпурный цвет такой. Кое-какие черные орехи. Некоторые нет, не совсем. С таким свекольным оттенком. Больше как свекла на разрезе. Сейчас в кастрюлю доведу до кипения. И 15-20 минут с квасцами буду варить. Что собой представляют квасцы аптечные? Значит, квасцы жженые 50 грамм. Присыпка для эффективного устранения потливости. Изготовитель ООО «Алустин», Россия, Москва. Квасцы жженые используются для устранения потливости ног, подмышечных впадин, ладони, устраняют избыточную влажность в складках кожи, снимают зуд при укусах насекомых,
подсушивают прыщи и угри. Состав: квасцы жженые, срок годности 4 года, применять наружно перед применением. Проверить действие на небольшом участке кожи. Прикольно. В таких квасцах нужно варить. Что-то жутко. Ну, будем действовать по рецепту. Здесь 50 грамм на 1 литр. 15 грамм жженых квасов. Это значит на 3 литра 45 грамм. Но здесь баночка 50 грамм. 5 грамм никуда, но еще кружку воды добавлю. Вот и будет она. На одну кружку пропорция будет, ну, скажем, один в один. Хорошо. Значит, орехи кипятить, когда вот закипят, 15-20 минут с жженными квасцами. Ну, а потом остудить и опять 12 часов их промывать в воде проточной. Вот как выглядит баночка внутри. Так. Смешно, тальк как будто бы сыплю. Так, сейчас остатки наскребу там. Так, хорошо. Ну вот. Доведем до кипения и кипятить будем 20 минут. А потом сольем воду и опять будем промывать 12 часов. Для чайников. Оказывается, она снимается. Эта крышка. Вот уже где чайник. Отварил в квасах, слил воду. 20 минут покипели они. Сейчас опять будем вымачивать 12 часов в воде проточной. А потом в каждой сделаю дырочки. И уже в сахарном сиропе будут отвариваться 4 раза. Начинает остывать. Как финики морщатся. Вот. Сейчас будем промывать их водой. И опять выдерживать 12 часов.
Прошло 12 часов, вымочили орехи после того, как отварили в квасцах. Сейчас будем дырявить. Вот я сделал дырочки, но надо так, чтобы не до конца. Поэтому если будет насквозь пробивать, надо будет чуть-чуть гвоздики опустить. Дважды буду опускать на гвоздики. Вот. Нормально. И далее будем отваривать в сахарном сиропе. Надо будет только варежки одеть. Получается 10 дырочек. Вымочились хорошо. Пальцы не желтые. Ну вот, это все надо продырявить. Здесь 2,5 литра воды. На 800 грамм 1 килограмм сахара на 800 грамм воды. Ну, здесь на 100 грамм больше воды добавим сахара, потом еще все равно испарится. Сделаем сироп. И надо отваривать 4 раза, доводить до кипения каждый раз, варить 20 минут и 10 часов, чтобы остывало. Как говорят знатоки, за время остывания и перепады температур идет как бы проникновение дренаж этого сиропа лучше. Хотя, не знаю, рецепт есть рецепт, оно и так пропитается. Поэтому будем варить 4 раза, как по книжке. И за каждым разом будет кипеть 20 минут. И будем охлаждать 10 часов. И 4-й раз будут добавляться специи. В мешочек из марли добавим гвоздику, корицу, ну и корок апельсиновых и лимона. Ну, пальцы немного желтые, даже, можно сказать, почти не желтые. Варежки не одевал, очень хорошо вымочилось. Сейчас надо это высыпать. Так. Да, сиропа достаточно. Боялся, что не хватит. Будем еще выпаривать. В прошлый раз, когда варили,
оно как раз и было видно, что 2 литрами прикрываются орехи и немножко еще 0,5 литра сверху. Так. Ну все, теперь доведем до кипения, периодически помешиваем и кипятить, варить минут 15-20, а потом 10 часов остывать. И так 4 раза. Ну вот, закипело. Сейчас 20 минут варим, а потом 10 часов остужаем. И опять повторяем цикл 4 раза. На 4-м цикле будем добавлять специи. Это корица, это гвоздика и корочки апельсиновые и лимонные. 20 минут прошло. Не видно. Он кипит. Периодически помешивал. Сейчас будет 10 часов остывать. Ну и остальные 4 цикла и закатку банок будет проводить мой ассистент, жена, потому что трудовые будни, 10 часов и на работу, а тут дача. Поэтому попрошу ее предоставить фотоотчет. Спасибо за внимание. На последнем этапе приготовления опускаем мешочек, наполненный цедрой апельсина, цедрой лимона. Здесь также есть мята, горошек душистый, гвоздика и корица. На 20 минут. И потом будем разливать по баночкам. Ну вот и приготовилось наше варенье. Сейчас будем разливать его по баночкам, пока оно горячее. Сначала будем забрасывать орехи. А затем будем заливать сиропом. Вот так вот, до краев. Так. И закрываем крышечкой плотненько. Ну вот, у нас получилось вот оно темное все. Тут они даже не видны. Ну вот. Будем пробовать. После того, как они постоят, откроем, расскажем, насколько хорошее оно получилось. Спасибо за внимание.